Обалдеть, учитель Майк ведет прямой эфир. Краш ищет учительницу, которая готова работать в академии бани, и может у нас что-то получится, и мы будем вместе... Что? Учитель Майк есть в соцсетях? Обалдеть, он ищет себе принцессу. Да, не хватало нам здесь еще злой училки. А то придет какая-то выдра злая. Надо учителю Майку что-то ответить. Не надо, Диан. Девочки, да давайте прикольнемся. Я ему скину какую-то фотку с интернета. Ну вот, ты сейчас его обманешь, он влюбится. А потом ты, Диана, разобьешь учителю Майку сердце. Не надо. Ну а я потом признаюсь учителю Майку, скажу, что это был Рофл. Девочки, ну давайте. Так, я уже нашла вот такую вот девчонку, блондиночку. Симпатичная. Я не понимаю, зачем учителю Майку какая-то училка? У него же есть мы, любимые ученики. Я бы не сказала, что любимые, он нас уже ненавидит. Да, он с нами замучился. Напишу ему. Учитель Майк, вы краш, ваша ученица Блонди. Ты что, гонишь? Ну и что, пускай знает, что я смотрю его прямые эфиры. Дана, если ты уговоришь Диану, я подарю тебе свой бомпер. Нет, не надо, у меня свой есть. Ну или дам поносить сумку. У меня их 1000. Пойдем, Лорен. Здорово, бульдоги. Здорово, баскетболисты. Так, бульдоги, выключайте свой умняк. Так, признавайтесь, кто из вас наложил кучу возле нашего тренировочного зала? Эшли, Шон, Зак или ты, Майя? Куча большая, так что придется отвечать по-любому. Так, подождите, мы хоть и бульдоги, но мы люди. Это не мы. И не я. Я вообще на такое не способна. Вот, Эшли спалилась, аж покраснела. Идем, малышка, будешь убирать. Лопата тебя ждет, крошка. Что? Это не я. Ай-яй-яй, Эшли, надела? Вот, иди убирай. Что? Это не я! Твои друзья тебя сдали. Ну что, пошли, будешь убирать. Эшли попала. А кто это сделал, пацаны? Это был я. Ты? Да, я им отомстил. Красава, Марио. Дан, ты что, с ума сошла? Ты с Лорен теперь подруги. Лорен, извини, тебе нашей четвертой челлендершей не стать. И ты никогда не понравишься Смайлу. Запомни это. Или тебе на лбу написать. Знаешь, Настя, это не тебе решать. Да, девочки, возьмите Лорен в команду. Она замутится Смайлом, а то... А потом что, Дана? А потом выгоните ее с команды. Да, я к вам прошусь в команду ради Смайла. Только ради него. Лорен, у нас команда черлидерш, а не шоу «Найди свою любовь». Хочешь добиться Смайла? Вперед, только без нашей помощи. И не нужно пользоваться командой бани. Девочки, да вы сейчас просто злые крысы. Лорен, не расстраивайся, я помогу тебе добиться Смайла. О, какая милота. Да, только потом не прибегай ко мне в слезах, когда Лорен тебя кинет. Даночка, по себе не суди, кидают только бани. Девочки, вы чего? У нее разбито сердце. У нее нет сердца. Ладно, девчонки, пора в академию. Девочки, да у нее разбито сердце, что непонятного? Смайл, а купи нам печеньки. Ладно, Жужа, и девчонкам печеньки. Спасибо, Смайл. Я не поняла, это что за прикол? Смайл нас угостил печеньками. Что здесь плохого? Это потому, что я ему нравлюсь. Ну да, ты ему нравишься, и поэтому он твоим подругам купил печеньки. Лорен, это не так, ты его бесишь. За ним бегаешь и истеришь. И унижаешься. Я его люблю. И буду бегать за ним, пока мы не замутим. Жужа, Пик, дайте лимонада. Лимонад закончился. Девчонки, начались уроки, а лимонад на перемене. Лорен, уроки. Вот увидите, Смайл будет со мной. Так, девочки, почему мы не на уроке, а? Уже идем. Так, Стелла, мне нужно, чтобы ты поменяла расписание. Мне нужно наладить свою личную жизнь. У меня сегодня свидание с блондиночкой. Учитель Майк, я видела ваш прямой эфир. Зачем вам красивые блондиночки, если в вашем окружении есть красивые брюнетки? О май гад! У учителя Майка свидание! Я не очень хочу, чтобы у нашего учителя Майка была пара. Стелла, мне нравятся блондиночки, брюнетки не в моем вкусе. Учитель Майк, у вас сейчас урок, идите преподавайте, а свою личную жизнь дома стройте. Здравствуйте, учитель Майк! Мы видели ваш прямой эфир. Учитель Майк краш! Вы что, на меня подписаны? Быстро отпишитесь! Учитель Майк, на вас подписана вся академия. И мы подписаны! Учитель Майк, я вам тоже коммент написала от Блонди. Вот это да! Учитель Майк горит. Отпишитесь от меня, не нужно следить за моей личной жизнью. Учитель Майк, не туда, на урок. Точно, на урок. А какой у меня сейчас урок? Учитель Майк, химия. Химия, учитель Майк. Спасибо, Стелла. Девочки, как вы думаете, мне пойдет быть блондинкой? О-о-о, Стелла, даже если ты перекрасишься в блондинку, учитель Майк в тебя не влюбится. Девочки, пойдемте на урок. Привет, Смайл.
Эшли, а ты можешь контролировать себя немного? Это не от меня, это от пакета. Прикольно свалить на пакет. Эшли, не делай так, это некрасиво. Это правда не мое, меня заставили убрать. Ну все, вроде проветрилось. Не, ну Эшли и дает. Мстительная девка оказалась. А за что нам мстить? Крутым парням все завидуют, поэтому и мстят. Может, Эшли завидует то, что с ней никто из нас не встречается? После такого ни один бульдог с ней не будет встречаться. Да, это ж надо, пришла, оставила и ушла. Вот вам и девочка. Девочки бывают разные, скромные и очень опасные. Эшли оказалась очень опасной. Здорово, пацаны, а я к вам с печеньками. Поговорить можем. О, ты смотри, какой храбрый. Ты что, решил прощения попросить? Нет, пацаны, мне не за что просить прощения. Я сюда пришел с вами подружиться, чтобы потом не было разногласий. Смайл, а ты уверен, что мы с тобой хотим дружить? Стоп, пацаны, если он хочет с нами дружить, значит ему нужна какая-то выгода. Точно. Пацаны, не нужна мне от вас никакая выгода. Я просто не хочу, чтобы мы с вами ссорились и дрались. Между прочим, девчонки бани этого тоже хотят. Допустим, мы с тобой дружим, а какие гарантии? Какие гарантии, что ты нас не будешь бесить? Потому что ты нас очень сильно бесишь. Гарантия? Гарантия, зуб даю, что не замучу ни с одной из ваших девчонок. Зуб даешь? Пацаны, вы ему верите? Ну? А я ему верю, в Смайла без Зубова никто не влюбится. Не, пацаны, только давайте договоримся. Зуб мне выбивать не надо. И еще один уговор, я хочу с вами играть в баскетбол, хотя бы иногда. О, начинается, зуб выбивать не надо, играть в баскетбол. Смайл, давай не надо, правила здесь будем диктовать мы. Ты на нашей территории. Пацаны, да я не диктую правил, я просто хочу с вами дружить. Нормально дружить, по-пацански. Мы подумаем. Пацаны, если Смайл хочет с нами дружить, я предлагаю, чтобы он прошел еще одно посвящение. Да я же уже одно прошел. Это было легкое. А будет сложное посвящение. С нами дружба легко не дается. Ну что, Смайл, готов? Готов. Сегодня ночью в комнату баскетболисток заходишь. Ну ты понял. Что, без одежды? Да. Ну ждем ответ. Раз, два, три. Хорошо, я готов, я согласен. Я зайду в комнату баскетболистка. Молодец. Бро, вот теперь мы тебя уважаем. Ну все, пацаны. Спасибо, что дали мне шанс. Баскетболистки сегодня будут в шоке. Мы же его обманули? Да нет. Блин, жаль. Ну все, Лорен, эта ночь твоя. Привет, класс. Ну, значит так, все готовимся к показу мод. Коллекция Дианы уже вот-вот выйдет. В показе мод участвуют все. Я тоже участвую. Надоело, это вонь уже. Ребята, готовьтесь к большим переменам. Кому-то придется поменять прическу и, возможно, вообще внешку. Мы для вас вызовем парикмахера и визажиста. Вау, я всегда мечтала пройтись по подиуму. У тебя не модельная внешность, вот я прирожденная модель. Зак, не выпендривайся, ты бульдог. По подиуму пройдутся все. Ребят, почему в классе так воняет? Это Эшли. Я забыла выкинуть пакет с кучей. Ребят, ни одному не меняют в классе. В чем проблема? Какая еще куча? Эшли, выкинь свой пакет. О май гад, Эшли. А мне не воняет. Марио, да ты задолбал. Тебе не воняет. Ну зато всем нам воняет. Значит так, ребята, в день показа мы отменяем все уроки. Но если кто-то не придет на показ, тому штраф. Тому мы отменим бесплатное обучение в Академии Бани. А это очень дорого, ребята. Фисташка Биг готов к показу. Биг будет. Отнеситесь серьезно, это моя коллекция. Подойдите на ресепшн и внесите себя в списки. Если хотите учиться в Академии Бани. Девочки, у учителя Майка снова прямой эфир. Я открою этот показ и буду Жужа главная модель. А я закончу этот показ, потому что всегда помнят первых и последних. Биг, твоя Жужа похожа не на модель, а на бомбу замедленного действия. Я знаю, но я ее боюсь. Лорен, если ты влюблена с Майла, а ему на тебя пофиг? Вообще пофиг. Да, ему пофиг. Лорен, тебе нужно извиниться срочно. Что? Только не говори, что мне надо перекраситься в брюнетку. Лорен, если хочешь получить Смайла, то слушай Дану. Я не поняла, у вас что, уже дружба? Типа того, Дана мне советует. Что мне нужно сделать, Дана? Тебе нужно стать типа Барби. Смайла такие девушки нравятся. Чего? Лорен типа Барби? А что? Я бы летая Барби. Завтра готовь кэш, мы едем на шопинг. Будем выбирать себе лук. Спасибо, Дана. Девочки, Смайл почти у меня в руках. Почти не считается, Лорен. Ну, ты помнишь, Лорен, за это ты мне помогаешь делать уроки. Согласна, я все буду писать за тебя. Договорились, завтра в 8 утра выезжаем. Стоп, Смайл, что значит, ты сегодня не будешь с нами тренироваться? Ты что, блин, обалдел, Смайл?
Майл, мы тебя позвали сюда не для того, чтобы ты выпендривался. Стоп, девочки, вы что, не хотите хорошую новость от Смайла? Между прочим, я тут кое-что порешал. Ой, у нас в академии появился решало. И что же ты порешал, Смайл? Я подружился с баскетболистами. Все, теперь они не будут меня доставать. Мы друзья. Ох, друзья навек. Стоп, Смайл. Ты должен дружить с нами. Ты же наш талисман, а не талисман баскетболистов. Или ты уже метишь закидывать мяч в кольцо? Ну тогда мы тебя просто выгоним. Ты наш талисман, и ты должен быть с нами. О, успокойтесь, девчонки, я не ваша собственность. Сегодня меня не будет на тренировке, потому что я буду проходить посвящение. И завтра меня не будет, потому что я буду играть в баскетбол с баскетболистами. Что? Вот и все, Смайл снова показывает свое фе. Наверное, он не хочет быть талисманом. Заставим. О, ты здесь? Мы тебя везде искали. Ну что, Смайл, пора, баскетболистки ждут. Что? Баскетболистки? Послушайте, пацаны, вы что решили, забрать нашего талисмана? Послушайте, баскетболисты, по-моему, вы опупели. Вы сначала доставали Смайла, а теперь что, лучшие друзья? Все, девчонки, у меня посвящение. Сейчас баскетболистки опупеют. Девчонки, не обижайтесь, это только на один раз. Сейчас Смайл пройдет посвящение и вольется в нашу движуху. Но он останется вашим талисманом, зуб даю. Свои зубы оставьте себе. Кирилл, а с тобой я потом поговорю, как с капитаном баскетбольной команды. Слишком много всего вы себе позволяете, баскетболисты. Мутные вы, мальчики. Ладно, девчонки, нам пора. Мы вам скинем видео посвящение, это будет ржачно. Все, Смайл, пойдем. Сейчас будет жарко. Девочки, держим себя в руках. Я уверена, что эта дружба со Смайлом долго не продержится. Зная баскетболистов, они точно что-то задумали. Ладно, девочки, давайте не будем пропускать тренировки и потренируемся сегодня на славу. Надоело, это уже постоянно какие-то проблемы. Пацаны, как-то стрёмно. Там Стелла. Видок у тебя супер, главное сейчас Стеллу отвлечь. Да, чтобы ты смог пробраться в комнату баскетболиста. Я сейчас все сделаю. Все, уроки закончились, чтобы завтра все были без опозданий. Окей, мы и так не опаздываем. Стелла, ты так круто выглядишь, можешь повернуться? Я хочу посмотреть, что у тебя написано на спине. Закат, ты баран, у меня ничего не написано на спине. Я тебе говорю, у тебя написано, Стелла лох. Что? Киса, это вы мне написали? Биг, у нас в академии новая девочка, и у нее халат, как у меня. А по-моему, это был Смайл. Девочки, мы это видели? Мы этого не видели. Киса, так что вы мне написали на топе? Ну что, Смайл, пошел. Считаем до трех. Раз, два, три. Привет, Смайл. Девочки, это ко мне. Это страшный сон, Лорен, ты с ума сошла? Я прошел посвящение, ура! Девчонки, это был знак, Смайл меня любит. Что за крики, пацаны? Это что, кричали баскетболистки? Это просто Смайл прошел посвящение. Да, я прошел посвящение, ура! Да, мальчики, вы того? Вообще не смешно. Смайл, тебя с таким успехом скоро отчислят. А это посвящение от баскетболистов. Все нормально, Смайл, теперь ты наш дружбан. Девчонки, вы должны радоваться за своего талисмана. Мы очень рады за своего талисмана. Ребят, как вы уже поняли, в нашей академии очень весело. Вы не в шоке с посвящения Смайла? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч, всем пока! Стоп, Смайл, что значит, ты сегодня не будешь с нами тренироваться? Ты чё, блин, обалдел? Гарантия, зуб даю, что я не замочу ни с... Да не ебать.